Дети Азии возвращаются домой. Якутск в 2024 году примет 8-е спортивные игры. Глава Якутии Айса Николаев и президент Международного комитета игр Владимир Максимов подписали соглашение о взаимодействии в рамках подготовки и проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Они пройдут летом в Якутске в 2024 году. Напомним, первые игры провели в 1996 году. Якутск встретил первые 6 соревнований, а после огонь игр передали другим городам. Южно-Сахалинску в 2019, Владивостоку в 2022 и городам Кемеровской области в 2023 году. Я бы хотел поблагодарить Владимира Ильича Максимова, который проделал большую работу в федеральных органах власти, с рядом международных спортивных организаций для того, чтобы это решение было принято. И решение это было принято единогласно и на уровне правительства Российской Федерации, где Межведомственная комиссия по проведению международных соревнований единогласно решение это поддержала, и на уровне уже непосредственно стран Азии. Мы уверены, что игры пройдут на самом высоком уровне в 2024 году. Ожидаем, что примет участие более 40 стран, 3500 спортсменов из разных стран мира и регионов страны к нам приедут. Ну и, конечно же, мы постараемся, чтобы эти игры были самыми лучшими играми, которые были до этого. В свою очередь, Владимир Максимов заявил, что комитет по традиции уделит большое внимание не только спортивной части игр, но и другим направлениям. Помимо самих игр, комитет реализует также и образовательные проекты. В этом году у нас стартует 3 проекта. Буквально в середине февраля в Кузбассе уже состоятся тренировочные мероприятия для стран Азии. В том числе, я думаю, что осенью этого года и город Якутск примет один из проектов комитета, направленный на объединение развития детского спорта в азиатском континенте.